огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас будет влог. Вот, долгий у меня такой перерыв был. Ну, я вообще его себе 2 недели делала. Думала, что вот мы просто к логопеду ходили, вот, и каждый день надо было ходить в течение 2 недель. Вот. Поэтому особо как-то после этого, ну, не хотелось больше ничего снимать, не садиться дома. Какие-то дела были, отдыхали. Тем более Женя сейчас поменял работу, и теперь на другой работе работает. Но я потом попозже об этом расскажу. Вот в этом видео, наверное, не буду рассказывать, но расскажу, в общем. И получилось так, что когда я уже собиралась там на следующий день, в общем, какой-то день снимать видео, мне позвонила мама и таким очень испуганным голосом спрашивает меня: «Тебе звонил Кирилл? Кирилл — это мой брат родной, если кто не знает, у меня есть брат родной, 25 лет ему». Я, короче, так сильно испугалась, потому что мама мне таким голосом это сказала, я реально подумала, что кто-то умер. У меня просто вся жизнь перед глазами пронеслась, потому что после ситуации, вот как бабушка у меня умерла, когда она заболела, знаете, я всех этих новостей очень сильно боюсь. Вот, я говорю: «Нет, не звоню», говорю, «что случилось?». И, в общем, оказалось, что на работе, я точно не могу сказать, кем он работает, название этой профессии, потому что, ну, наверное, как-то, ну, я спрошу у него. В общем, он, короче, тянул на себя то ли трос, то ли цепочку. Его коллега, который с ним работает, не обернулся, не посмотрел, в общем, и включил механизм, и, получается, эта цепочка начала очень быстро крутиться и заживала ему вот так руку. Ну, заживала вот эти вот 3 пальца, короче, вот эти. Я у мамы спрашиваю, у него пальцы на месте, хоть остались, никто ничего не знал, в общем, потому что он по телефону не сказал. У него было, естественно, шоковое состояние, когда они вызвали скорую. Скорая приехала сначала на велосипедах, есть у нас такая бригада, в общем, и потом она вызывает уже другую. Видимо, они проверяют, насколько все серьезно, и потом они вызывают уже бригаду скорой помощи. Ну, или я не знаю, из каких соображений сначала этот велосипед приезжает. А вот, ему вызвали скорую, отвезли его в больницу. И это было где-то в 9 утра, в 10 утра он уже был в больнице, и с 10 утра до 8 вечера он ждал, пока ему сделают операцию. У него не останавливалась кровь, ему кололи обезболивающие вот эти вот уколы. Ну, видно было, мама мне фотографию его прислала, потому что она сразу поехала туда, и девушка его туда поехала, и мама девушки поехала. Ну, в общем, короче, такая вот была ситуация. Я очень переживала, честно, что за это время, пока он сидит и ждет операцию, у него просто все отомрет, потому что, ну, это все серьезно, понимаете, там такое, как он мне сам сказал, там такое мясо было, просто фарш из пальцев, вот так вот. Когда он дождался, в общем, операции, я прям вздохнула с облегчением, но потом очень долго ждала, пока он мне напишет, ну, как долго, час всего прошел, но мне казалось, это вечностью, когда он мне уже напишет, что у него в итоге с пальцами, будет ли ему их ампутировать, и вообще, я просто, знаете, вот сидела, представляла ему 25 лет, да, и вот в такую ситуацию, ну, это не такой, знаете, мелкий косметический дефект, допустим, когда там одного пальца не хватает, здесь сразу 3, ну, то есть, по сути дела, да, представьте, если у вас не будет этих 3 пальцев, получается, остается 2, и вот здесь вот просто вот такая вот эта, ну, можно, конечно, наверное, протез какой-то или что-то, и вот он мне пишет, короче: «Хвастаться не буду, в общем, операцию сделали, хвастаться не буду, может быть, потом как-нибудь увидишь». Мы в одном городе, к слову, живем. Вот, я такая говорю, ну, как-то, знаете, спросите, ну, тебе что, все пальцы отрезали или как-то, ну, мне как-то было неудобно. Но этим наводящими вопросами, в общем, оказалось, что 2 пальца ему сохранили полностью, даже потом сказали на перевязке, что, может быть, там даже и ногти будут расти. А один палец, к сожалению, до практически первой фаланги ему пришлось ампутировать, потому что там уже ничего невозможно было спасти. Это, наверное, указательный палец, потому что я думаю, что если вот это на левой руке, ну, если чисто технически представить, как он тянул, наверное, этот палец лежал наверху. Но это я все так представляю, потому что я расспрашивать не хотела. Вот. И я, честно говоря, наверное, 1,5 недели у меня такое раздраивалось, честно. Потому что я, ну, я очень тяжело переношу. Я, наверное, думаю, как каждый из вас, какие-то проблемы близких вам людей переносит тяжело, и я в том числе. Так что вот такая ситуация у нас произошла, и да, я долго приходила в себя, наверное, дольше, чем он, потому что я вообще очень впечатлительна. Если честно, у меня даже вот, ну, такая богатая фантазия, я могу столько напридумывать, там только 10% или 20% будет от того, что есть на самом деле, остальное все выдумка. Ну, у меня так с детства такая фантазия. Вот, а в остальном вроде бы все нормально, сейчас лето продолжается, хотя я так не заметила, как быстро уже столько времени прошло, уже середина лета, я в шоке, как быстро все прошло,
Вот, что-то еще хотела рассказать. Опять так всего много хочется рассказать, на самом деле, показать кое-какие покупки, которые я могу вам порекомендовать, кое-что появилось. Забыть. Первое хочу посоветовать, но это не из бюджетного, но и не такое дорогое, по-моему, в районе 12 евро я купила. Короче, если у вас есть проблема с зудом головы после шампуней, после окрашивания, если у вас вдруг появляется перхоть, меня, честно, это даже не перхоть назвать, это вот, знаете, прям такие у меня после определенных шампуни, которые мне не подходят, если я что-то новое покупаю пробовать, у меня прям такие корки на голове образуются, вы себе просто не представляете, у меня настолько чешется голова, что я готова ее просто разодрать. Я уже замучилась искать варианты. Я в свое время нашла шампунь, который я тоже рекомендовала. Он мне очень долгое время помогал. У меня вообще все это на нет сошло. Потом, видать, я не знаю, то ли какой-то накопительный эффект произошел, то ли он мне стал давать вот эту, ну, типа, побочку в виде аллергии, но у меня опять появились корочки от этого шампуня. Мне срочно надо было искать опять какой-то вариант. Я какое-то время покупала Незорал. Это, конечно, панацея, ну, от всего. То, что касается вот этих корочек, перхоти, раздражений головы. Но, во-первых, видели, там очень-очень маленький объем. Во-вторых, им надо пользоваться практически постоянно. Поэтому я искала какое-то такое средство, знаете, чтобы, ну, начать избавляться, что ли, раз и навсегда. И стала читать и нашла вот такое вот средство. Смотрите, это марка Урьяш. Вот, и его нужно брызгать. Это лосьон, который смягчает кожу головы. Я после каждого мытья обязательно, как буду, ну, собираюсь сушить волосы, я брызгаю его сначала какое-то время, жду, пока он там впитается. И если я чувствую, что у меня начинает чесаться голова, как только я побрызгаю, все, зуд моментально просто проходит. Так что для меня сейчас это одно из самых лучших средств. Это не первая ступень, первая там, наверное, шампунь точно такой же, но я сейчас другим шампунем пользуюсь, и вот следом это средство. Поэтому если у вас есть зуд головы, как мне сказал мастер, которая приходила, кстати, вот сделала она мне стрижку, но это у меня здесь не уложено, у меня вообще челка опять сделана, просто сегодня не было времени там ничего укладывать, вот, а потом обязательно сделаю, очень красиво, сейчас мне нравится, потому что у меня волосы отросли, и как смотрится сейчас вот эта челка шторки, мне безумно нравится, но сейчас я ее заколола, говорю, потому что не было времени укладывать. Кстати, помните, я вам показывала, с AliExpress я заказывала что-то типа Dyson, ну, такая щетка, ну, это как не фен, да, щетка там вот крутящаяся такая. Вот сейчас ей я вот эту челку, шторку укладываю, и я в восторге. Купила я его там за 30 евро, что ли, там разные насадки, но преимущественно я как раз использую одну вот эту насадку, которая мне челку и помогает закрутить. Так остальные волосы у меня просто вот прямые, я утюжком. А кто, кстати, не видел этот фен, который типа как Dyson, я потом принесу, покажу, или ванную уже сниму, покажу. Пользуюсь теперь им регулярно. Я думаю, почему я уже 300 миллионов раз делаю эту челку, шторку, и этот фен у меня был, как я вообще не додумалась использовать его? Он у меня лежал, я его спрятала там в чемодане, он у меня лежал. Я думаю, что типа, ну, у меня нет такого ничего, чтобы укладывать, поэтому он у меня там за ненадобностью так и валялся. А потом я вспомнила, как мне вот мастер накручивает эту челку, когда она мне ее делает и волосы укладывает. Я думаю, что я им не пользуюсь. Сейчас я стала регулярно пользоваться. Следующее, вот что я вам хочу посоветовать. Я просто пришла в восторг. Это бюджетный блеск от марки Эвелин с увеличивающим эффектом. Я от него в полнейшем восторге. Он увеличивает, ну, то есть он раздражает губы, губы прям реально такие большие становятся. И мне этого эффекта хватает где-то минут на 40. Он такой, знаете, молочного цвета, полупрозрачный, и его очень легко подправлять, и у вас все время вот этот эффект таких, ну, как бы, да, увеличенных таких губ есть. Очень красиво, очень естественно смотрится. И, знаете, это заметно, потому что я красила этим блеском губы, и Женя, когда, ну, увидела у меня, он мне спрашивает, что у тебя с губами, типа, почему они вроде никуда не ходила, ничего не увеличила, почему они такие, ну, так, пухлее стали. Так что очень вам советую, мало того, что он просто очень, губы кажутся с ним ухоженными, ежедневно использовать очень классно, мне кажется, там куда-то в магазин пойти или еще куда-то там поехать и держать его в сумочке. Я говорю, что не нужно зеркало, чтобы его поправлять, потому что он как-то так хорошо распределяется, и сразу у вас вот этот эффект наступает. И, знаете, щипит он так, покалывает довольно прилично. Вот, не знаю, сколько он точно стоит, не помню уже. Но вот, тоже советую вам присмотреться. Очень бюджетный блеск, а эффект от него прям, ну, такой, как я хотела. Даже не думала, что это работает, потому что мне все время казалось, что вот эти вот увеличивающие блески – это полная фигня. Ну, нет, вот минут на 40 эффекта хватает, а при регулярном использовании, то есть у вас будет все время этот эффект.
Так, и следующее, что я вам хочу показать, это вот 4 карандаша, которые я заказывала с Алиэкспресса для губ. Я, когда нахожу цвета, вот, которые мне нужны, я заказываю вообще всех фирм, всех марок, из всех магазинов, потому что я все пытаюсь найти карандаш, который максимально близко похож на карандаш Рилуи в 10-м оттенке, которого у нас никогда нет в наличии, потому что как только их привозят, их сразу разбирают. И так как я живу в другом городе, то есть я когда уже приезжаю, там пустые полки. Поэтому я заказываю либо у тех, кто возит белорусскую косметику, либо пытаюсь найти подходящий вариант, чтобы просто ни от кого не зависеть и самой покупать и заказывать. В общем, я зашла на Алиэкспресс и стала писать там карандаш цвета пыльной розы, карандаши для губ, и среди них стала выбирать, которые вот мне понравились. Я не знаю, знаете вы или нет, ничего вам не напоминает вот эти вот карандаши? Вот эти вот розовые с таким вот колпачком и вот здесь вот на конце у них цвет. Я видела какую-то марку, которая называется Окей Бьюти или как-то так. У нас в Эстонии этой марки нет, но я вижу часто девочки там из России, там из других каких-то стран эти карандаши показывали. Я не знаю, кто эту фирму делает, но карандаши очень похожи, только надпись другая. Вот, карандаши просто шикарного качества. Стоили они там, ну, где-то 2, может быть, 3 евро. Ну, карандаши Трилуи здесь, в Эстонии, мне обходится почти в 5 евро, допустим. Вот, и этими карандашами, кстати, у меня, знаете, еще на солнце аллергия вылезла, так что у меня вся кожа вот таких мелких пимпрыщиков все никак не пройдет. Вот, ну, извините, буду вам на такой руке показывать. Ну, я еще поближе сводч сделаю. Вот этот карандаш под номером, я ссылку на них тоже оставлю, 005, они водостойкие, реально водостойкие, очень красивый, просто потрясающий цвет, они так мягко наносятся, они абсолютно не вызывают никакой аллергии, вот, просто эти карандаши, марка у них какая-то, короче, драгон там, короче, какой-то, и взяла я вот такой вот в натуральном еще оттенке, тоже очень красиво. Я знаете, как делаю сейчас, вот я как раз сначала крашу карандаш, и сверху наношу этот блеск. И потом через некоторое время у меня вот такие вот губища становятся. Видели? Видели? Тоже 2 карандаша я заказала тоже на Алиэкспресс. Вообще марки такие, короче, какие-то непонятные. Капувини. Наверное, хотели капучино написать. Я не знаю. Это вообще вот такой вот автоматический карандаш. Вот, цвет просто прекрасный. Цвет натуральный куб. Достаточно сильно похож на карандаш от Рилуи. Просто он не такой пигментированный. Вот, смотрите. Вот здесь он, и тоже качество просто прекрасное, он идеально наносится на губы, он идеально там держится, как помада, в общем, получается. Тоже очень карандаш понравился, и вот эта вот популярная марка, блин, тоже не знаю, как читается, Фуэра или Пхуэра на такой китайский лад, это 0,12 оттенок, а вот этот забыла сказать, это оттенок 0,3, вообще никак не называется, просто 0,3. И вот это тоже идеально, просто один из самых таких красивых цветов пыльной розы. Тоже очень стойкий карандаш, но на мне он смотрится довольно таким темным. Но это не страшно, потому что когда я опять же наношу этот молочный блеск, немножко цвет разбавляется и смотрится очень даже красиво. Вот эти 4 карандаша мной протестированы вдоль и поперек, никакой абсолютно аллергии они не вызывают. Это вот такие же обычные марки, примерно как самый такой, ну, у нас вот дешевый масс-маркет, может быть, у них это марки типа Бель, но у нас, кстати, Бель не такой, не так дешево стоит. А потом, ну, какие там еще марки есть, я даже не знаю, сейчас уже не скажу, наверное, на память. Ну, в общем, такой бюджетный масс-маркет, но это из именно карандашей. А я на марки особо никогда не смотрю, если мне цвет понравился, то я его покупаю просто, вот и все. Еще вот хотела показать вам 2 средства, просто очень-очень сильно рекомендую, тоже из бюджетной косметики, уже польские марки. Это, ну, одна и та же марка, один и тот же продукт, но только в разных упаковках. Ну, то есть 2 продукта одного назначения. Это гель для бровей. А после того, как у меня закончился вот это, помните, куда нужно было брызгать водичкой, и потом мыло для бровей. Вот, мне на самом деле так бесило постоянно туда чем-то брызгать, и хотелось найти, знаете, какой-нибудь хороший такой воск качественный, который реально, если вы причешете свои брови, они будут в том состоянии, в котором вы их причесали, они через 3 минуты опадут у вас. Я очень долго искала такое средство, потому что у меня все держат буквально там 2-3 минуты, вот реально. Волосы очень такие, как сказать, непослушные, в общем, на бровях, очень толстые,
И поэтому я все искала, искала, кучу всего перепробовала. И вот наконец нашла два вот таких средства. Это марка Реверс, наверное, так читается. Реверс Косметикс. Я не знаю, как это будет с польским этим прочитать. В общем, это воск для бровей, а это тут написано мыло для бровей. Но, в принципе, лично для меня они, ну, одинаково функцию свою выполняют. Но, может быть, вот это вот средство, оно чуть получше. То есть оно более такое клейкое, знаете. И поэтому, когда брови я причесываю кверху, то есть если я их хочу оставить вот так, но мне так не идет вообще, прям так я не делаю, то они так и остаются. Вот здесь 20 грамм, я туда простой щеточкой у меня есть такая, как ее, гель для бровей, который уже закончился от Натальи Шик, и я вот этой кисточкой туда залезаю, в общем, и она вообще просто идеальная кисточка для того, чтобы причесывать брови, укладывать их, и использую сразу вместе вот эти два средства. Очень-очень вам рекомендую. И знаете, по-моему, у этого средства еще такой приятный-приятный. Да, вот это пахнет каким-то то ли огурцом, то ли арбузом. Очень-очень приятно. Вот это похуже, пованивает таким, знаете, больше химозным. Вот, так что это средство я обязательно закажу еще. У нас польскую косметику можно абсолютно на разных сайтах купить. На ladymakeup.pl там, я знаю, потом есть еще какой-то один польский сайт. Так что, кто заказывает с польских сайтов, вы можете эту марку поискать там и присмотреться вот к средствам этой марки, потому что я от них брала и скрабы, и, по-моему, душ-гели у них там, и маски. Довольно-таки неплохое соотношение цены и качества, я бы сказала, что хорошее. И вот эти два средства для бровей мне понравились, поэтому больше не надо вот это заказывать, куда ты должен поплевать. Ну, не поплевать, а чем-нибудь побрызгать, прежде чем ты свои брови уложишь. И здесь это намного, конечно, гигиеничнее. Так, ну вот смотрите, я сделала свотчи. Наверное, максимально близко они получились к тому, что есть на самом деле. Вот, Лёва там смотрит «Малыши дикой природы». Не знаю, слышно тут на телефоне или нет, но надеюсь, что не слышно. Не будет мешать. Вот так выглядят все эти оттенки. Я обязательно ссылку вам оставлю снизу под видео. И можете, я вот просто настоятельно рекомендую попробовать вам карандаши, если ищете что-то таких цветов, стойко, хорошего качества, не вызывающие никаких раздражений или аллергий, то карандашам, и, конечно, тональную основу там не рискну заказать. Вот, но такие вещи, как карандаши для бровей, карандаши для губ, вообще почему нет? Никогда с этим проблем не было. Кстати, вот хотела спросить у вас, девочки, у кого еще вот так вот кости торчат на руках, как у меня, вот смотрите, вот я не знаю, это вообще нормально, и она никуда у меня не растет, тут вот просто вот такая кость на руке, не знаю, и на второй тоже, то есть это не так, что у меня на одной руке такая косточка, а на другой какая-то другая, нет, вот смотрите, на второй точно так же торчит эта кость. У кого-нибудь еще так торчат, это вообще норма, или мне надо к врачу какому-нибудь обращаться? Я, кстати, стала замечать вот только на видео, раньше как-то так мне в глаза не бросался, а сейчас прям ужас, как монстр какой-то. Выгляжу. Не знаю, напишите, у кого так торчат кости, или успокойте меня, или наоборот, добавьте мне еще одну лишнюю головную боль. Вон, у нас там дача тайм. Прибежал сюда на качелях покачаться. Можешь в песочнице поиграть. Ничего я так не жду на этом огороде, чем как мне созреет черная пчела. Куда? Ты меня потерял? Думал, я ушла. Вот. Очень ждала, пока она созреет. Как я ее люблю. Но она еще не до конца созрела, но поесть уже можно. Я не люблю ни варенье из черной смородины, ничего. Но просто есть ее. О, ее так много. Смотрите. Это один куст, есть еще один. Так, собрала вот ягод. Вот. Такой коктейль сейчас его съем. Лёва ягоды не особо любит. Ну, еще клубнику-то может. Черную смородину точно нет. Ну, я на самом деле, кроме черной смородины, сама никакую не люблю. Вот только черную. Здесь клубнику вообще не люблю. Из фруктов вообще мало что ем. Ну, вот не очень нравится. Ну, вот такая вот красота. Ладошечка получилась. Это, знаете, это видео с запахом. Честно, аромат такой от ягод все время стоит вкусно. Но если зайдешь в помещение какое-то, положишь, тут на улице, конечно, нет, здесь свежий воздух. Вот везде. А если вот дома, то очень-очень ароматно пахнет. Так, сейчас покажу наши помидоры. Ну, этим я занимаюсь. Вот. Дача наша, но занимаемся не мы. Я как-то, мне, честно говоря, пока еще особо не интересно ни помидорами, ни огурцами заниматься. Вот здесь помидорки такие зеленые пока еще.
Здесь у нас перчики. Вот еще помидоры и огурцы. Ну так, покушать на салаты вполне себе хватит. В следующем году, если не заберут у нас этот участок, потому что собираются забирать все это, тогда мы парник перестроим. Смотрите, какие у нас красивые цветочки растут. Не знаю, как они называются. Ну кто там? Нету никого. Нет, очень красивый. Такой цвет прикольный. Я и не видела их здесь. Идем домой? Да. Все, пойдем. Мы от логопеда, я вот зашла. Ягоды поесть. Подожди, мне надо пакет, Лев, взять. Пакет взять. Так. Беру пакет. Меня ждешь? Не, он такой ждун вообще. Без меня никуда не уйдет. А? Какую? Которую мы у тети Иры взяли? Не, она здесь, в пакете. Ну, сейчас дома откроем. Ой, возьмем. Не тяни, пакет порвешь. Вот. Сейчас пойдем домой. Жарко очень, неплохо себя чувствуют все. Стопэ. У меня сегодня день уборки. Я помню, мне одна моя зрительница написала в личное сообщение, чтобы я снимала какие-то видео, типа, мотивация на уборку. Если честно, не знаю, как это делается, потому что меня бы саму кто бы замотивировал. Мы постоянно убираемся, все это делаем, чтобы я прям это с огромным удовольствием, счастьем делала. Нет, у меня такого нет, но сегодня, честно говоря, у меня прям было дикое желание убраться, все везде протереть, короче, прям так вот конкретно погенералить. Вот я на столе здесь убралась, все протерла тоже. Тяжело, конечно, за этим столом ухаживать, потому что он такой ребристый, и туда попадают остатки, там, крошки какие-то, поэтому его постоянно пылесосить приходится. Ну, в общем, пленкой я его покрывать не хочу, потому что я хочу, чтобы была у него текстура дерева, поэтому стараюсь разные вот такие салфетки покупать, и чтобы меньше мусора было. Вот от этих салфеток у меня таких две, я на Алиэкспресс заказывала, ну, такие пробный вариант, потому что хотела посмотреть, какого они качества. Вот, просто обалденные, стоили очень бюджетно. А вот эту я давно, 100 лет назад в Икее покупала, еще с финской Икеи привезла, когда у нас в Эстонии не было. Сейчас у нас у самих уже магазин есть. Вот. И вот хочу вот эту вот штучку поменять, где у нас стоят разные соусы, приправы, потому что, ну, мне она уже не нравится, этот ящик. Короче, я хочу вот такой, типа, поднос с кожаными ручками. Нашла в магазине Синса. Я просто обожаю этот магазин. У меня, ну, буквально, наверное, полквартиры обставлено вещами с Алиэкспресс и из этого магазина. Ну, если сейчас сравнивать магазин Алиэкспресс вот со всякими товарами для дома, то могу сказать, что Синсай, конечно, выигрывает, потому что по соотношению цены и качества это просто супер. Вот это у меня с Алиэкспресс, до сих пор пользуюсь, там всегда у нас печенье там лежит, что-нибудь такое, раньше для фруктов использовала, салфетку туда вниз стелю, кружки у меня вот такие с магазина Синсай, это я просто покупала в магазине, вот ее хочу заменить, наволочка вон желтая, наволочки у меня все оттуда тоже, и из Пепка магазина, так что если вы никогда не покупали, там боитесь, что качество плохое, потому что, ну, как-то подозрительно дешево, это нет, на самом деле это, ну, качество у них просто отличное, так что советую присмотреться. В общем, здесь на кухне я порядок навела и пойду теперь уже по другим комнатам тоже порядки наводить, потому что у меня после сушилки, сейчас покажу, какая у меня гора белья. Смотрите, такая гора белья у меня образовалась, это вот с двух стирок, то есть стираешь, сушишь, и вот теперь мне такую кучу складывать, ну, постельное белье, надо будет его отпарить, некоторые вещи, чтобы не мятые были, ну, в общем, работы мне здесь, ну, на минут 20 точно. Вот, и поэтому вроде три человека только живут, блин, а стираем как народ тут солдат, так что сейчас буду складывать это все. Но у меня там еще, понимаете, подушки внутри лежат, поэтому кажется, наверное, что, ну, прям много, на самом деле не так уж и много получается. Я сама думала, что много, так что сейчас начну убираться, потом мне еще на столе надо убраться тоже. В общем, короче, вряд ли я, конечно, кого-то смотивирую на уборку сама с таким настроем, но если вдруг вы не хотели убираться, предлагаю убираться. Так, и хотела вам показать еще, что мне прислали. Это фотоэпилятор на обзор. Вот со мной связался, ну, представитель фирмы и предложил взять у них на обзор вот такой вот фотоэпилятор попробовать. Я, естественно, согласилась, потому что я сама недавно озадачилась. Ну, я смотрела разные там марки Philips, Brown. Ну, вот когда он мне предложил, я согласилась. Вот здесь в комплекте еще были темные очки такие для того, чтобы вспышка, ну, чтобы глаза вспышки не
страдали. Вот, и сам он выглядит таким образом. Я попробую, потом обязательно вам расскажу, как от него будет эффект, и будет ли вообще он мне самой очень интересно. Никогда в жизни не пробовала. Хочется уже, знаете, раз и навсегда избавиться от волос, чтобы больше этим как бы не страдать. Вот здесь, как его... Адаптер, в общем, европейская зарядка, европейская вилка. Вот, сам аппарат выглядит вот так, очень удобно в руках держать. Включается там, ну, в общем, знаете, как у фотоэпиляторов. Но потом уже в каком-нибудь видео подробно вам расскажу, что у меня получилось. Смотрите, вот так выглядит этот. Вот, я сейчас им пользовалась первый раз. Включается вот здесь он. Вот. Вот так вот. И здесь вы можете видеть, сколько вспышек остается. Вот. Ну, очень интересно. Им так удобно пользоваться. Вообще, мне он очень понравился. Так выключается, идет обратный отчет, и сам аппарат потом выключается. Ну, где-то, наверное, в августе, в середине я уже... А? Привет, мама. Привет. И в августе где-то я смогу уже рассказать, я думаю, каких-то, в общем, результатах, будут они или нет. Так, и пока убираюсь, вот сразу вам покажу вот такой вот фен, про который я говорила. Не до Dyson, за 35, наверное, евро. Может быть, сейчас, конечно, дороже. У него помимо этой насадки есть еще 4. Одна, которая закручивает волосы от лица, другая, которая закручивает внутрь, потом еще щеточка, но я использую только вот эту, мне очень-очень нравится, то есть сами волосы, когда я мою, я сушу вот этим своим феном, и потом челку 2 минуты я укладываю вот этим феном, он достаточно шумный, сейчас включу, услышите, здесь три режима у него, третий прям очень такой горячий, я на первом. Ну, шумно он работает. Я не знаю, как Dyson работает. Никогда не слышала, не видела, не интересовалась. Вот. Если у кого-то есть, напишите. Может, ваши Dyson вообще бесшумные. Ну, знаете, 2 минуты, там, 3 потерпеть можно, когда укладываюсь. И кому-то вообще эти звуки никак не мешают. Так что ссылку оставлю в описании под видео. Можете там посмотреть.